Число сторонников акции «Зеленая Анапа», которая была объявлена главой курорта, растет. В минувшие выходные общественники и молодежь решили навести порядок у роддома. Мы собрались для того, чтобы поддержать нашего главу, который призывает побольше сажать деревья в городе. Мы тоже хотим город, чтобы был очень красивый. А теперь вот мы высадим вместе с молодежью. А когда наше поколение вот подрастет, которое рождается сегодня-завтра, вот это их деревья будут. Несколько лет назад здесь спилили старые больные деревья. Теперь вдоль городского роддома высадили 10 мыльных деревьев. Или, как их называют по-научному, сапиндус. Инициативные ребята были всегда. Не могу сказать, что где-то становится больше или меньше. Их всегда много, всегда разные инициативы. Они в разных областях, в спорте, в творчестве, если брать эту ситуацию, то и в экологии, то есть чтобы сделать город интересней, а также идти в туризме для того, чтобы привлечь туристов в наш город. Ребят всегда много, инициатив также много. И что отрадно, эти инициативы получают всегда отклики как на местном муниципальном уровне, на краевом. И также наши ребята становятся участниками всероссийских различных конкурсов, получают награды за свои непосредственные инициативы. Ребята уже участвовали в высадке деревьев на Пионерском проспекте, улице Ленина, а также в некоторых сельских округах. С каждым разом количество желающих растет. У молодежи много и своих проектов по благоустройству курорта. В ближайшее время часть из них будет реализована. Ника Постенес, Михаил Григорьев, Анапа регион.